Это волшебное слово кэшбэк. Что это такое и какое отношение кэшбэк имеет к страхованию жизни? Давайте обо всем по порядку. В переводе с английского кэшбэк – это деньги назад. То есть это возврат небольшого процента от суммы вашей покупки на вашу банковскую карту, если вы этой картой рассчитывались, например, в магазине через терминал за товары и услуги, либо онлайн. Какое отношение кэшбэк имеет к страхованию жизни? Самое непосредственное. При покупке любого долгосрочного накопительного полиса страхования жизни в MetLife вы имеете право на возврат налога, на налоговую скидку, которая по большому счету и является кэшбэком. Размер налоговой скидки составляет 18%. Единственным основным условием для получения налоговой скидки является тот факт, что вы работаете на общей системе налогообложения. То есть у вас должен быть работодатель, который за вас платит налоги государству. И вот тот налог 18% НДФЛ, который ваш работодатель платит государству, государство же возвращает вам через налоговую инспекцию по месту вашей регистрации. Это может быть любой накопительный полис, это может быть взрослая накопительная программа, это может быть детская накопительная программа, это может быть частная пенсия, которую вы оформили в MetLife. Я записала видео о налоговой скидке, в котором я достаточно подробно рассказала о том, что такое налоговая скидка, кто имеет право на налоговую скидку, за какие товары и услуги можно претендовать на налоговую скидку, какие документы нужно подавать, куда, в какие сроки. Очень важный момент. Получить налоговую скидку можно только в текущем году за предыдущий отчетный год. То есть, если вы раньше не знали о том, что вы имеете право на налоговую скидку и хотите, например, за предыдущие годы оптом ее получить, это невозможно. Ссылку на видео о налоговой скидке я публикую в комментариях к сегодняшнему видео. В шапке профиля ссылка на мой канал в YouTube и на мой сайт, где я доступно и увлекательно рассказываю о страховании жизни и о страховании здоровья. Если вы хотите разобраться не только в том, что такое налоговая скидка, но и в том, что такое страхование жизни, как это работает, как можно сформировать частную пенсию, например, в лайфовой страховой компании, то, пожалуйста, welcome на консультацию. Мои контакты я тоже опубликую в описании к данному видео. Вы можете записаться на консультацию в любом мессенджере. Меня зовут Светлана Кунисна, я менеджер страховой компании MetLife. По образованию экономист-аналитик и работаю в страховании жизни с 2004 года, вот уже 20 лет. Если вам реально интересно, то действуйте.